until that first smile. Английская фраза дня. Готовы? Поупражняемся. А вот как звучит наша сегодняшняя фраза. When's the next bus to the airport? Когда отправляется следующий автобус в аэропорт? When's the next bus to the airport? Да, если вы в чужом городе, за границей, вам вполне возможно потребуется узнать, когда идет следующий автобус. Excuse me, when's the next bus to the airport? It's in about 20 minutes. Thank you. Помните, чтобы привлечь чье-нибудь внимание, достаточно сказать Excuse me. Извините. А потом уже можно задавать свой вопрос. When's the next bus to the airport? When is... Когда? When is the bus... Автобус. Next. Следующий. The next bus. Следующий автобус. To the airport. В аэропорт. Заметьте, что when is часто сокращают до when's. Bus. The next bus. To the airport. When is the next bus to the airport? When's the next bus to the airport? Служащая, клерк, может ответить. It's in about 20 minutes. Примерно через 20 минут. Конечно, в разных ситуациях вам могут по-разному отвечать на такой вопрос. Если вы не поняли, укажите, что вам нужно показать на часах. И не забудьте нашу сегодняшнюю фразу. When's the next bus to the airport? Запомнили? Тогда до следующей фразы дня. Bye-bye!